Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 22 декабря на видеосервисе Старт стартует показ нового сериала «Куплю актрису». Бывший профессиональный пилот Григорий работает сутки через двое охранником в телецентре. День за днем перед Гришиным глазами мелькают слава и успех, а сам он после смены возвращается в комнату общежития. Среди всех звезд, которых он встречает и провожает, есть для него одна самая яркая – актриса сериала «Ангел в белом халате» Ирина Синицына. Вот только характер у ангела с экрана совсем не ангельский. И однажды из-за него она теряет все. Теперь с Ириной никто не хочет иметь дело, кроме верного поклонника. Воспользовавшись ситуацией, Григорий решает во что бы то ни стало покорить сердце звезды. И вскоре ему выпадает счастливый шанс познакомиться с ней немного ближе. Премьера сериала стартует с 22 декабря на видеосервисе Старт. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!